Теперь по запросу получателя деньги со счета клиента могут быть списаны автоматически. Механизм тестируют через сервис Ассоциации Финтех, запущенный Центробанком. О своем желании присоединиться к тестам заявили Сбербанк, Киви, Совкомбанк, Промсвязьбанк и некоторые другие. Воспользоваться сервисом смогут граждане и бизнес. Автоматически можно будет оплатить услуги ЖКХ, кредиты, различные подписки. Причины, по которым банки вводят новый вид оплаты, ищите в ленте.